будем сейчас гонять на Амароке. Сначала инструктор должен прогнать, потом мы поедем. Это турбодизельный вариант. Но есть уже версия с бензином V6. А сейчас у нас дизель. Так, а V6 бензиновый, да? Или дизельный тоже? Дизельный. То есть все дизельное. Будем узнавать. Мы сейчас по Марокко более детально. Сейчас сначала инструктор проедет, расскажет, что да как. А потом уже сами обуздаем. Надо руль пошатать. Да. Дверь не закрыта. Все, закроем. Все. Готово. Может, нет у него ключ? Странно. Чтобы не было такого. А, все, вот он. Чтобы не было такого. А, все, вот он. Привет. Такое ощущение, что не его ключ на самом деле. Нет, его, полностью его ключ. Ну, вообще блокировка от этого, от угона у него сейчас включилась. Мне кажется, у меня дурная какая-то карма присосалась. Я недавно сломал на китайца педаль газа. Она просто отвалилась. Ну это значит китайцы, здесь все нормально. Ну да, здесь педаль нормально, нет, твердая. Нет, ничего, ничего. Может его подергать нормально? Нет, нет. То есть он же должен как-то этот, отщелкнуться. Ладно, видимо. Может, одновременно рукой этим двигать, и она пойдет. Во! Ура! Супер! Здорово! Можно ехать? Вы только сразу берите, да? Так, как вас зовут? То его не представить. Владимир, здравствуйте, меня зовут Василий. Сейчас нам Владимир покажет тестовый круг, а потом мы сами сядем и попробуем промчаться на этом автомобиле. Ну, в рамках, конечно, разумного, дозволенного, как видим, площадка на Moscow Off-Road Show. Ну, скажем так, не гоночная абсолютно, скорее так, лайтово покататься. Ну, чтобы показать все основные характеристики технической автомобиля, его, так сказать, внедорожные свойства, показать максимальные углы клиренса, наезда, все его ездовые качества. Ну и, соответственно, будет небольшой отрезочек, где можно протестировать его спорт-режим. Володь, выйди на связь. Слушайте, а он какой комфортный пикап-то, ничего себе. Достаточно комфортный. У меня просто сейчас на тесте находится Hilux, он прям, ну, жестковат, а здесь чувствуешь прям вот, ну, вот ребята, мягкую часть. С Московского дорожного института были в восторге от Амарока в данной комплектации Highline. Ничего себе. Но... ну, мне кажется, самая классная штука, это здесь вот для регистратора есть соответствующее электрическое питание. Можно и заряжать телефон, и еще что-то. Там есть розетка 12-вольтовая, USB. Ну, это у многих есть, а вот такие фишки я видел только на Фокусе, но Фокус это все-таки не... здесь у нас пикап, и думают о людях, чтобы удобно заряжаться.
Что еще можно сказать? Что вообще в целом у нас по каким-то приятностям, по бонусам, кроме того, что у нас, в принципе, современные? Угу. Прекрасно. А по комплектации, камера заднего вида, парктроник. Парктроников нет, наверное, да? Логично, что их нет. Передние, задние фары, соответственно, в темное время суток при повороте они поворачивают в сторону поворота. То есть управляемая поворотная оптика. Подфарная. А типа диодные, ксеноновые, какие? У нас в данной комплектации... Ну, в общем, хорошая современная оптика. На самом деле, в целом, приятный достаточно автомобиль с точки зрения внутренности. Потому что, ну, немец, они всегда очень четко подходят с точки зрения эргономика. Ни от чего такого броского, яркого, да. То есть садишься и чувствуешь себя в своей тарелке сразу же, правильно? То есть прагматичность, доступность. Что за имитация ледяной горки? Так, смотрим, у нас там ESP срабатывает активно. Да-да-да. Так, а коробка у нас какая? Автомат DSG. То есть этот DSG — это роботизированная автоматическая коробка. Сколько передач? 6? 7. То есть это 7-ступенчатая коробка, специально под пикап сделанная, усиленная. Так получается? Для этой комплектации. А, то есть в принципе у V6 будет уже классическая 8 коробка. 8-ступенчатая тоже DSG или автомат уже? DSG, там автомат. Да. Ага, отлично. Сейчас, так, сейчас я смогу проехаться? Или второй круг? Сейчас покажу. Давай, сейчас динамику дизеля оценим. 2 литра сколько сил? 180. 180 сил. Это топовый дизель получается у нас. Максимально наддутый. Поехали. Даже есть змейка. Ничего себе. Как он ее проглатывает. Ну, похоже, очень такой легковой характер автомобиля, да? То есть не чувствуешь себя на грузовике. Абсолютно. Так, и вот здесь вот достаточно серьезный наклон. Рампа, будь здоров. Террадром это называется. Аэродром? Террадром. А, террадром? Да, ничего себе. Терра, земля. Ну, странно, едем вверх, а говорят терра. Ну, посмотрим сейчас. Причем там наверху сделали еще качели. Ничего не видно вообще. Две секунды держит, да, пока этот педаль переносишь. Вот так. Включаем помощь. А, есть помощь спуска с холма? Да. И одной кнопкой все работает, да? Ага, отлично. Да, там сгорело сейчас. И все, машина сама все делает. Ну что, очень удобно. Ну, это синхронизация, да, я так понимаю? Угу, отлично. Что ж, пора попробовать самому ощутить всю мощь. Видим, прикольные дуги. Мне кажется, классно, когда ставишь сюда люстру и мчишь где-то в ночи. Для этого, мне кажется, пикап то, что надо, чтобы оценить все возможности и мощь, да? Оптика, кстати, походу диодная. У нас здесь... Диски спереди, кстати, а сзади барабаны. Обратите внимание, барабанные тормоза. И кто-то скажет уже у-у-у. А вот видим, ВАК ставит сзади барабаны. Ну что ж, прыгаем.
Усиленная? Да. Хорошо. Настраиваемся. Полностью равная конструкция, подвеска рессорная. Так, сейчас мы все сделаем. Там, да. Я уже пристегнулся. Все сейчас поправим. Так, руль удобно сделали. Вот приятная кожа, на самом деле, очень здорово. Чувствуешь себя внутри не как в грузовике совершенно, скорее управляешь внедорожником обычным. Не более того. Драйв, поехали. Плавное трогание вот сюда вот. Сейчас выпишемся. Хлоп. Дрынг-дынг-дынг-дынг. Приятно смягчает подвеску. Казалось бы, да, у нас пикап сюда или прямо? Прямо туда? Ага. Казалось бы, у нас пикап должен возить грузы и мягким быть только при груженном состоянии. Но здесь нет, здесь явно такой легковой комфорт обеспечен. Пускаем, совершенно спокойно проходим. Угу. Здесь надо руль, кстати, все время держать. Хочется его вращать, а я постоянно делаю. Так, дальше едем куда? Прямо? А, вокруг? Сюда? Ага, вот туда? Ага, сейчас будем медленно проходить диагоналочку. Посмотрим, как работают системы. Есть блокировка заднего моста? Есть. Хорошо. Отпустили, все, даем газ. Заезжаем просто аккуратненько, даем. Чуть-чуть туда. И вот здесь вот машина борется с проскальзываниями. Уверен достаточно. Отлично. Так, едем дальше. Куда едем? Чуть правее. Вот сюда мы горку делаем. Ага, понятно. Ничего, воспользуемся задним ходом. Ничего страшного. Проверим, как работает камера. Задний ход. Вот, видим. Партроник. Это, кстати, очень круто. Это удобно. Для большого пикапа сзади у нас кузов. Парковаться сложно, если на новом пространстве. Нет, здесь, пожалуйста. Все очень удобно. Заезжаем внутрь. И плавно делаем. Здесь ролики у нас, да, же, правильно? Все поставим. О, все. И вот здесь вот видим, да, то есть, видим, держит. И закатывается. Прям ровно, говорят. Проезжаем все это дело и поворачиваем направо. Опять круг делаем, да, правильно? Вот здесь? Окей. Ага, здесь прямая, здесь у нас сейчас будет педаль в пол. Сейчас мы оценим, да, ситуацию. Отсюда, да, у нас пол. Поехали, педаль в пол, да, может даже в ДВС, все равно кикдаун, все дела. И проходим змейку, да, сразу. Да ладно, мы тормозим, потом затормозим. Поворот. Руль можно, кстати, даже не перехватывать, в принципе, да, на последнем рубеже. Вписываемся здесь. Да, очень, на самом деле, очень легковые свойства хорошо проработанного Марокко. То есть для тех, кто не хочет чувствовать себя водителем грузовичка, действительно садится за рулем Марокко, и все у него нормально. Здесь вот проезжаем так, проезжаем так. Немножко руль сопротивляется. Так, нам сейчас туда доехать. Руль сопротивляется немножко интенсивному вращению, но у нас все-таки здесь не гонка, поэтому нам нет необходимости за это как-то переживать. Так. Так, кто команду дает нам? Да, не переживайте, я ее не уроню. Там он видно сзади все. Угу. А, да, да, я знаю, да. То есть мы будем сейчас перекатываться. Эффектное, но дурацкое, на самом деле, упражнение, на мой взгляд. Прикольно. Так, хопа, и очень резко срабатывает. Левее, давайте оффроуд включим. Сюда специально оффроуд режим. И машина сама должна все проработать. Ну что, получается нормально. Едем, едем, едем. Еще здесь небольшой перекосик даже есть.
чтобы было веселее. Сползаем. Здорово. Все, проехали. Отлично, спасибо большое за опыт езды на Амароке. Проехали, надеюсь, что в ближайшем будущем мы его возьмем на тест и там уже разберемся более подробно в жестких условиях. А пока прям вот действительно очень легковой характер. Вот. Очень комфортно. Сколько стоит такая машина в такой комплектации? Сколько? Три? Понятно. Вот такая вот тема. Такой вот отчасти люксовый пикап.